малыш. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята, мост развалился. Что же делать? Так, давайте возьмем заново. Так, я так понял, не выдерживает у нас не сама распорка, а распорка у нас крепкая. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игру Polybridge, что означает строительство мостов. Так, ну что ж, ребятки, предлагаю вам пройти в компанию. Так, здесь у нас, посмотрите, сколько много уровней. Здесь у нас есть не только много уровней, здесь у нас еще и много и стран. Посмотрите, сколько. Смотрите, вот пустыни, смотрите, здесь сугробы, метель. Короче, Греция, там куча тропических садов. Уровней у нас здесь очень много. Мы начнем, пожалуй, с самого первого. И, собственно, давайте будем проходить эту замечательную игру, будем строить мосты. Так, ну что ж, давайте выберем асфальт и начнем строить. Так, раз, два, нет, подождите. Давайте, раз, два, три, четыре. Все, асфальт у нас построен. Теперь нам необходимо, ребят, закрепить. Здесь сделать такие, ой, нет, не так. Здесь сделать балки, которые будут держать, в принципе, наше сооружение. Так, и здесь сверху скрепить их вот такой вот стяжкой. Так, ну что ж, ребят, давайте попробуем. Отличненько, ребятки, отличненько. Наша машинка проехала. Так, смотрите, здесь у нас есть еще нагрузка на узлы. Все нам показывает. Нам показывает бюджет, общая площадь его, 28 метров. Все дела, короче, что ж. Ну, давайте перейдем на следующий уровень. Так, бюджет у нас 8000. Материалы, дерево. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Здесь у нас есть два автомобиля. И нам теперь здесь нужно построить что-нибудь такое прикольненькое, и чтобы мост не упал. А для того, чтобы он, ребятки, не упал, нам надо построить, наверное... Ага, все, сразу понял. Мостик мой провалился. Нет-нет-нет. Для того, чтобы он не упал, ребятки, здесь надо поставить распорку. Но распорку, ребята, можно поставить вот так вот. Ой, подождите. Вот так вот. А ну давайте посмотрим. Ребята, все равно мост не выдержал. Так, подождите, давайте подумаем с вами, что мы здесь можем сделать, какие мы здесь можем сделать распорки. Так, а кроме распорок, ребят, у нас еще здесь должны быть эти распорки, может быть и нормальные, но мы с вами не поставили стяжные, вот эти стяжки, которые будут, собственно, держать всю конструкцию этого моста. Если мы с вами вот так вот сейчас сделаем, то я уверен, что мы обязательно с вами должны продержаться. А ну-ка теперь давайте посмотрим. Отличненько, ребята, наш мост выдержал две машинки. Круто, видите? Вот что значит инженерия. Так, ну что ж, здесь у нас переходим на третий уровень, и на третьем уровне у нас нам предлагают сделать мост, чтобы проехало тоже две машины. Пока что я не понимаю, какое строительство здесь будет сейчас. Будем смотреть. Так, асфальт мы с вами положили, ребятки. Теперь нам следует положить, здесь поставить две распорки. Я так думаю. Так, распорки будем делать деревянные. Давайте будем делать вот так вот. А мы туда не достаем. Значит, будем делать вот так вот. Значит, вот такие будут две распорки. Ну что ж, поехали. Ай, забыл, ребят, я совсем забыл скрепить нашу конструкцию. Распорки, может быть, у нас и нормальные, отличные, но мы с вами забыли совсем закрепить сам мост. Давайте вот так вот его закрепим. Его
стяжки, чтобы он не расползался на куски. Потому что если нету стяжек, то весь мост пойдет, все строительство пойдет коту под хвост. Так, давайте немножко подровняем. Вот так вот и вот так вот. Так, теперь мы с вами берем дерево и стягиваем сам мост между собой. Все. И теперь пробуем. Ай, ребята, не выдержали мои распорки. Все-таки не выдержали. Сам мост отличный, но с распорками надо что-то делать. Так, давайте подумаем, что мы здесь можем сделать. Мы можем поставить вот такие вот штуки. Ой, это мы что-то уже намудрили. Так. Вот такие, может, будут держать. Сейчас посмотрим. И... ой, сюда. Ну, это, конечно, мы уже с вами придумали, потому что никто такого, в принципе, не делает. Делается крепление совсем по-другому, но, тем не менее, давайте посмотрим на нашу конструкцию. Ребят, посмотрите на нашу конструкцию, это просто чудо техники. Но, тем не менее, ребята, она выдержала. Мне просто очень смешно. Очень смешной мост у нас получился. Но, тем не менее, ребят, бюджет немножко превышен на $300. Мы немножко не влезли. Но, тем не менее, отлично, машинка проехала. И мы с вами можем продвигаться дальше на 4-й уровень. Так, 4-й уровень у нас что здесь? Давайте посмотрим. Здесь у нас немножко мост, я так понял, идет с подъемчиком. Давайте потихонечку делать будем вот такой вот подъемчик. Так, здесь мы сделали все. Так, и давайте возьмем дерево и поставим... я не понял. Так, и сделаем крепление, чтобы мост наш держался. А как же? Да, потому что если он не будет держаться, то наша машинка с вами, ребята, просто-напросто никуда не доедет. Абсолютно никуда. Так, какой-то у нас он немножко вышел кривой, но, тем не менее, ничего страшного. Ой, ничего страшного. Это такое, я думаю, случается. И... ну что ж, давайте попробуем. Отлично, кривой, зато крепкий. Вот это, дорогие друзья, и так сойдет. Так, ну что ж, 5-й уровень, ребята. Две машины надо переправить через 2 перевала. Так, ну что ж, давайте. Первый перевал будем строить. Так, первый перевал у нас построен. Но как построен? Ага, понял. Первый перевал у нас только идет... такими, давайте стянем его. Первый перевал у нас идет, не идет с особенно какими-то такими крутыми штуками. Он у нас обычный. Он у нас обычный, и просто давайте его стянем. Через первый перевал, все, мостик у нас готов. Отлично. Здесь, наверное, нужно подтянуть. Мы сможем и подтянуть или... нет, здесь мы не сможем подтянуть. Так, теперь второй, ребятки. Через второй перевал, второй мост. Отлично. Так, второй мостик у нас готов. Тут нужно поставить распорочку. Ой. Здесь мы ставим, ребятки, распорочку. Вот такую вот. Которая будет... ой. Которая будет держать наш мост. Подождите, немножко не достает. А почему не достает? Так. Вот так вот. Вот. Слишком далеко. Давайте вот так вот сделаем. Так, распорочка у нас есть. И осталось у нас, ребятки, сделать нам... каркас, собственно, который держит всю эту конструкцию. Давайте быстренько его сделаем с вами.
и будем продвигаться дальше. Так, я думаю, что это просто отлично, просто замечательно. Так, я думаю, он должен выдержать наш мостик, так как мы вклали в него не только силу, но и душу всю. Так, поехали. Первый мост отлично справился со своим заданием. Второй мост пока держится. Ну, в общем, нормально. Проехали. Шатаются, конечно, у нас наши столбы, но ничего. На пару раз хватит проехать. И так сойдет. Так, ребятки, поехали дальше. Так, что у нас здесь? Уже 6-й уровень. Так, и у нас здесь уровень с кораблем. Надо не только чтобы машина проехала здесь через этот перевал, через эту реку. Но и нужно, чтобы проплыл корабль. Теперь нам давайте возьмем вот так вот. Так, это будет у нас сам мост, само основание, сам асфальт. Так, из дерева у нас будет, ребята, из дерева у нас будет одна распорочка, которая будет здесь держать все. И из дерева у нас будет, собственно, сама стяжка, которая будет контролировать весь процесс этого моста нашего. Так. Вот так вот. Так, отлично. Так, стягиваем наш мост, чтобы он был крепкий и не ломался. Так. Теперь нам надо... А у нас нету гидравлического пресса для поднятия моста, ребят. Подождите, это никуда не годится. Сейчас этот корабль поломает наш мост. Кривая. Надо было немножко сделать по-другому. Нам нужно... А ну, давайте попробуем выгнуть его немного. Нет, нельзя. Нет. Чуть-чуть мы неправильно сделали. Давайте, ребята, эту часть удалим и сделаем с вами, собственно, другую немножко линию. Так. Я думаю, где-то вот так вот. И будет отлично. Так, теперь нам его нужно, естественно, соединить. Ой. Чуть-чуть не то сделал. Слишком далеко. Ага, понял. Так, все, ребят. Осталось нам сделать только линию прямую, которая будет скрепить наши, собственно, мосты все. Ну что ж, ребят, давайте пробовать наш мост. Отлично, ребята, кораблик проплыл. А смогу ли я проехать? О, давай. Ребята, машина застряла. Ай, сильно крутой мост. Подождите. Что-то пошло не так, потому что мост сильно крутой получается, да? И мы на нем сразу же застряем. Для этого мы с вами удалим вот эту вот часть полностью. И сейчас сделаем более плавный такой въезд на него. Так, давайте. Так вот. И вот так вот. Я думаю, так должно заехать, и корабль должен пройти. И сам мост должен быть довольно-таки крепким. Раз, два. Так, здесь мы соединили с вами. Так, и давайте, собственно, возьмем вот так вот соединим. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Кораблик проходит у нас отличненько, все проплывает, и машинка наша. Да, поехали. Вау, круто. Вау, ребята, наша распорка не выдержала. Как только машина на нее попала, сразу она не выдержала, наша распорка. Что же делать, а? Так, давайте возьмем и сделаем распорку более такой, более крепкой, что ли. Вот
так вот. А ну давайте попробуем. Кораблик отлично плывет, и наша машинка едет. Давай, машинка, я уверен, мои распорки должны выдержать этот мост. Давай, 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 малыш. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята, мост развалился. Что же делать? Так, давайте возьмем заново. Так, я так понял, не выдерживает у нас не сама распорка, а распорка у нас крепкая. У нас не выдерживает сам, короче, этот. У нас не выдерживает сам мост. Когда я падаю с высоты, посмотрите. Когда машина падает с огромной высоты, у нас сразу же ломается мост. Потому что нагрузка идет на... Ну, в первую очередь, понятно, на распорку. Да, видите, у нас сразу же ломается он, потому что машина падает с огромной высоты. Нам надо для этого удалить вот эту часть, ребята. Это мы чуть-чуть неправильно сделали. Мы удаляем эту часть моста. И с вами аккуратненько сейчас сделаем спуск, который будет препятствовать падению, собственно, нашего моста. Так, ну что ж, аккуратненький спуск. Это получается вот так вот. Это получается вот так вот. Вот так вот так. Я думаю, теперь мы должны аккуратненько проехать и никого, собственно, не зацепить. Ой. Так. Так, здесь строим. Так вот. Вот так вот. И последняя распорочка вот здесь вот. Вот так вот. А, мы чуть-чуть, ребят, подождите. А что, она не достает, что ли? А, достает. Все, поехали. А, ребята, мои распорки упали. Ну, может, они там и не к месту были. Ну, сейчас посмотрим, выдержит ли мост. О, ребята, отлично, все равно. Самое главное, машина проехала, а то все остальное-то такое. Отличненько. Так, ну что ж, давайте перейдем на следующий уровень. Так, 7-й уровень уже у нас, ребят. Так, здесь я нас сразу вижу. Надо строить... Больше создать невозможно. Асфальт. Хорошо. Если больше создать асфальт невозможно, значит, мы с вами должны строить дальше деревом, правильно? Ну, я так думаю. Я точно не знаю. Деревянный мост, выдержит ли он? Я даже не могу знать. Не могу знать, выдержит ли он, потому что это довольно-таки все серьезно. Так, давайте пройдем с вами дальше. И, собственно, возьмем. Так, возьмем с вами. Так, мы здесь распорочку давайте поставим все-таки. А, нет, мы ее не можем здесь поставить. Давайте возьмем распорочку, поставим здесь вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, ну я думаю, что пока хватит, пока посмотрим, как она будет нам здесь, будет она мешать нам или нет. Так, давайте, собственно, вот тут сделаем стяжку на мостик быстренько и посмотрим. Готов ли наш мост вообще к таким различным испытаниям? Так, давайте поставим стяжку между мостом. Ой. Так, все. А что это такое? А, не достает, наверное. Бюджет превышен. Ребята, бюджет превышен. А что же делать? А ну давайте попробуем. О-о-о, нет, ребята, такой мост никуда не годится. Никуда не годится такой мост, ребята. Он деревянный, и он никуда не годится. Так, ребятки, я предлагаю сделать, знаете что? Я предлагаю сделать трамплин, с помощью которого мы перепрыгнем полностью на другой
уровень. Так, ну что ж. Давайте вот так вот, наверное, возьмем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так, все. Дальше у нас, естественно, нельзя уже ничего сделать. Так. Давайте сразу скрепим его с помощью. С помощью распорок вот таких вот. Так, теперь, ребятки, теперь, так, кривая. Теперь давайте, естественно, сделаем распорку по... Но как она будет здесь держаться, я не понимаю. Как оно все будет держаться, ребят, как вот эта конструкция будет держаться, я даже просто не могу по себе представить. Очень тяжело мне представить, как она будет держаться. Ну, в общем, ребят, мы с вами настроили такого уже, что просто реально смешно, очень смешно. Так, ребятки, давайте возьмем дерево и сделаем стяжечку здесь. Вот, все. Слишком далеко. Так, все, стяжка у нас готова, ребят. Ну, в общем, а здесь дерево, ребят, у нас есть. Мы здесь сможем сделать, наверное... Здесь у нас есть дерево, ребятки, и мы с вами, может, сможем построить вот такую штуку. Ребята, моя конструкция упала. Сразу же упала. Почему она упала? Так потому что здесь распорка абсолютно, ребятка, не держит ничего вообще. Посмотрите, как она может вообще держать этот мост. Так, давайте ее удалим. Ой, я удалил вместе с асфальтом. Так, асфальт у нас есть, все. Так, дерево. Дерево, вот оно там. Ну, в общем, ребята, распорка у нас все равно кривая, и все равно у нас упадет. Ай-яй-яй-яй-яй, а что же делать, да, а, ребятки, что же делать? Ну, ладненько, ребятки. Давайте с вами уже продолжим в следующем выпуске. Обязательно мы с вами досмотрим, посмотрим, как он, этот мост, строится и как его можно достроить. И с легкостью с вами его пройдем. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!